1855 году в Севастополе построили первую железную дорогу. Ее делали силами Великобритании для военных нужд. На сооружение из казны было выделено 100 тысяч фунтов стерлингов. Дорога соединяла Севастополь и Балаклаву. Ее длина составляла 28 километров. Поезда ходили каждый час, с 7 утра до 7 вечера. От одной конечной остановки до другой состав доезжал за полтора часа. В 1856-м дорога была разобрана и продана Турции. Нынешняя ветка «Лозовая Севастополь» была построена в 1875 году. Ее протяженность 654 километра. Каждый поезд, который прибывает в Севастополь, проезжает на своем пути 6 тоннелей.